Всем привет, мы на картошке. Уже эту часть прошли. Стоит одна трава у нас. Там две кучки. Урожай небольшой. Но, думаю, нам хватит. Вон уже зуб сломали, увил. Я, вернее, сломал, копала. И сломала. Вроде бы так. Всякая картошка. И хорошая, и плохая. И земля сырая. Был дождь у нас хороший, луп пашил. Ну, пришлось нам экстренно выходить, потому что им выезжать скоро на Москву. Юля нас выгнала. Пойдемте копать. Ну вот, вышли уже. Опять вот заходит тучи непонятно какие. Будет дождь, нет, но мы копаем. Нам еще вон туда идти. Женька нам тут накапывает трёхзубьями. А мы шуруем, собираем. Так что вот так. Такая у нас копание. Все вручную работа идет у нас. Все вручную. Никого нет, мы одни. Все ждут хорошей погоды. Ну, а нам погода. Нам надо убирать. Потом или я буду тут одна, или нас сейчас тут трое. Ребятки, наши перетаскивают всю картошку сюда уже на порог. А там потом потащим мы домой ее. Женька волокет, там Сергей. Почти половину выкопали. А как же? Вот пока зачем занимаемся. Вот пока меня не показывай. Не показывай, не показывай. Мимо все. Что-то у нас тут дымище какое-то. Банку дашь? Банку. Сейчас надо банку дать на молоко. Сейчас иду. Переносим теперь на кухню. Осталось спустить нам подвальчик наш. И все. Но все это ж не все. Только пол огорода. Там еще половина столько же будет. И только вот чудок таскают ребята мои. Сейчас еще больше будет ее. Все, банди, тоже. Она насыпает же. Она туда кидает, там. Вот так у нас идет работа. Мужчины наши фуркают. Работают. А ребенок есть хочет, все эти уголочки вот тут. Бомжуй. Кушать, говорит, хочу. Бомжуй. Она работала. Хорошо, когда дома детки, конечно, здорово помогают. Фу. Устала. Устали мы немного. Пакет с мусором чуток. Ну, да. Шаурму. Тошку ребята пустили, давай, говорит, делай нам шаурму. Ну вот, достала лаваш. Тут три штучки. Что туда я положу? Вот-то шурму, значит, мне тут капуста свежая. А здесь остался шашлык. Я миленько так порезала соломкой. Огуречки, помидор. Вот такой соус добавлю. И майонез. Все быстро, все просто. Знаю, что неправильно, но мы сделаем так, как мы едим. Вытрем стол хорошо, чтобы был чистенький. И на нем сейчас начнем с вами собирать. Очередность я тут не буду соблюдать. Ложу в первую очередь мясцо. Будет три лаваша, значит, разделю на три штучки. Затем капустку положим. Теперь майонезика. И кетчупа этого вот из соуса. Чтобы было сочнее. Кто-то ложит лаваши обмазывать. Я не буду обмазывать. Вот так вот. Немножко сдобрила. Все равно тут еще томаты же будут. Майонез взяла. Дорожку сделала. Все. А теперь ложим огурцы. И помидорки. Помидоры положила желтые. Уже темно. За ними там выискивать. Какие попались, такие попались. Ну и все, заворачиваю. Заворачиваю наш лавашек. Поплотнее его. Конвертиком. Вот такая вот. Притопчем. И на сковородочку. Примнем, притопчем. И на сковородку сейчас положу обжаривать его. Сейчас и другой также сверну. И на сковородочку.
Уже я перевернула. Сейчас с другой стороны немножко сейчас полосочки сделаются, прогреются. Шаурма готова. Красота домашняя, вкусная. Вот и готово, 3 штуки. А вот это сегодня сын ездил в город и привез. Конечно, тут лаваш тонкий, но Юля половинку отрезала, говорит, невкусный. Ну вот, а это уж мои домашние. Лаваш, конечно, купленный, но остальное все свое. А тут я даже не знаю, что тут и есть. Куриное мясо, скорее всего. Перец болгарский, капуста. Что наложили сегодня? Говорит, невкусный. Ну, невкусный, ешьте мои. Замешиваем тесто на чебуреке, на кипятке. 2 яйца. Рассказываю, что ты тут делала. Мука 2 стакана. Просеяла. 2 яйца туда, соль, чуть-чуть сахара. 2 столовые ложки подсолнечного масла. Все растираешь, вот, чтобы яйца не сварились. Потом заливаешь кипятком и делаешь, замешиваешь тесто. Вот такое тесто у нас тут. Мы будем делать чебуречки. Разделила тестечко на такие вот шарики и уже начинаю работать. На этот раз сделаем цивильные маленькие чебуречки. Все, дело заканчивается. Вдвоем быстро идет. С помощником с моим. Работает. Да, еще ноги болят. Ноги болят от картошки. И прижгла себе руку. Травма. Травма маслом прижгла, жалуется, болит. Я там у нас есть чем помазать. Вон как стрынула. Аж тут, видать, жирок, масло. Так что все, чебуреки наши готовы. Да. Всем доброе утро. У нас такая поганая погода на улице. Дождь, прям вот чуть не мороз, заморский. Холодно, плюс 9. Я тут занялась опять рыбкой. Достала карпа. Уже дожариваю. Чем-то надо кормить своих гостей. Завтра уже едут они у меня. Так что кормлю их пока рыбкой. От чебурека осталось 3 штуки. Но взяла еще тесто слоеное. Возможно, сделаю еще пиццу им. О, как дверь хлопает у нас. А тут мы занялись творчеством. Жалюзи надо повесить на это окно. Поменять. Ну, чудок у нас них лишнее. Надо отрезать. Тут вот. Сейчас Женька пошел по металлоножовку притащит. Сейчас подпилим и будем вешать. Юля сидит в раздумьях, не нашла ножовку. Так что потом покажем, как получилось. Не хочешь меня отпускать? Держи. Потому что я хочу быть брошенной. Как обещала, показываю наши жалюзи, которые мы поставили. Это вот такой или вот такой. Хочешь посветлей, открываешь так, а это на полное закрытие. Солнышко у нас после длительного дождя. Вот, все. А это убрали. Оно же начало ломаться у меня, та жалюзи. Все, готово. А если хочется совсем убрать, конечно, вы знаете, что нам нужно рулончик покрутить, и она поднимется кверху. Вот и все. Вот такая вот ерунда у нас. Вот так. Вот окошко открыто совсем. Как вам нравится? Спасибо моим деткам. Юля и Женя сделали. Сергей, как всегда, нас занят, ушел на работу. А мы тут с ними вместе сделали. Я сидела на диванчике, любовалась. Вот так. Женька замариновал, не выговорю. Шашлык будем вечером жарить. Тут у нас ребрышки свиные. Вот. Что же, завтра уедут. Давайте еще пожарим шашлычку. Тут совсем немного, килограмма, может, 2,5. Пусть ребятишки мои помнят, что были у мамы. Женька, он рубит дрова, готовит.
Сегодня у нас он не спит, работает. Это сказала, что буду делать пиццу. Он говорит, не надо, у нас шашлык сегодня, не будем никакую пиццу делать. Ну, значит, будем шашлык жарить. Правда, на улице у нас холодновато. И вот опять слетает топор. Ну, справится, я думаю, он мужик. Так что... Сейчас поглядела в интернет, как замариновать кабачки. Ну, не знаю, попробовала, как там. Кабачок вот порезала, сюда соевый соус, чеснок, итальянские травы, масло немножко. И все, час постоит и на гриль. Уж какая выйдет с этого ерунда, не знаю. Посмотрим, вкусно или нет. Вот это все будем жарить. Мясо и кабачок. Вот так. Да, горит. Ребрышки наши уже готовы почти. Сейчас еще кабачочки пожарим. Что, горит? Огонек. Вот так вот такая вкуснота у нас тут. У нас чуть только потеплело. Было сегодня 10 градусов тепла. Мы тут позамерзли. Вчера, позавчера, с пятницы, как пошло, даже четверга пошло, как дубак. Все позамерзли. Дома позакрыли, включили отопление и сидели дома. Сегодня хоть более-менее вышли на улицу, вот вечерком. Набрали им помидор с собой в ящички. Так что завтра отправляются мои детки на работу. А я уж тут буду дома. Вновь ждать их. Остались кабачки, вот уже подрумянились. Сейчас будем снимать тоже их. И готовая наша еда. Красота. Делает массаж вот ей. Видали, что? Нафиг мне этот массаж! Вон что. И ты ее переломишь. Собрался. Собрался ехать к своим. Вот и мнет ее. Вот что творят. Сейчас получишь, а? Дрищ! Дрищ! Все, хана, беги. Всю дочь ему я замял. Не знаю, у вас так делают? У нас так вот. Игру вытворяет каждый раз. Артисты. Сережа! А я веревки оборвешь. Мы дома повесили немножко, а то там, говорю, сыра сушить-то надо. Побольше пожарить пойдет. Пойдет, Жень? Побольше их пожарить. Ну ничего, вот так вот. Кабачки что-то как-то не очень хрустят они почему-то. Ну все, хорош. Будьте в рот мне заглядывать. Да я не гляжу, я в рот. Вообще даже, Жень. Все по столу вожу. Так что, что, Юль? Серега, иди садись, кушай. Должны хрустеть. Ну все, мы сейчас садимся ужинать. Вот такой у нас ужин опять. Делает массаж вот ей. Видали, что? Нафиг мне этот массаж! Вон что? Ты ее переломишь. Собрался ехать к своим, вот и мнет ее. Вот что творят. Сейчас получишь, а? Дрищ! Дрищ! Все, хана, беги! Всю дочь ему я замял. Не знаю, у вас так делают? У нас так вот. Игру вытворяет каждый раз. Артисты. Сережа! А я веревки оборвешь. Мы дома повесили немножко, а то там, говорю, сыра сушить-то надо. Побольше пожарить пойдет. Пойдет, Жень? Побольше их пожарить. Пожарить? Ну ничего, вот так вот. Кабачки что-то как-то не очень хрустят они почему-то. Ну все, хорош. Будьте в рот мне заглядывать. Да я не гляжу, я в рот. Вообще даже, Жень, все по столу вожу. Так что, что, Юль? Серёг, иди садись, кушай. Должны хрустеть. Ну все, мы сейчас садимся ужинать. Вот такой у нас ужин опять. Всем доброе утро. Я тут поставила тесто. Это уже все оно у меня, как говорится. Все готово. Пусть стоит, ждет. Еще же дорожку напеку своим пирожков. Сейчас они будут у меня уже собияться на мачкву. На работу. На каторгу, как дочь говорит.
Вот вообще безработная. Чего я туда еду? Да, она вот безработная. Чего она туда едет? Оставайся, Юль, мы с тобой картошку выкопаем, остатки. А Женька пусть шурует один, у него там работа есть. А ты у нас безработная. Угу. Свой паршивый кофе наливает, который любит. Все, последнее? Да. Ну все, добила пакет. Я его не пью. Такой вот порошок. Она вот любит. Ну пусть любит, так любит. У нас, мне кажется, сегодня даже заморозок был. Сережка говорит, утром приехала от своих, говорит, что-то там дубак. А я ходила в первом часу, закрывала курей, забыла про них. Холодно. Взяла укрывное, укрыла, там у нас немножко огуречков есть. Вот не знаю, спасла, не спасла. Так что вот так у нас. Встаю, тебя твою спину снимаю. Да что-то я в окошко смотрю и тебя снимаю. Так что картошка наша сейчас уже скоро все. Надо лук сейчас почистить. Сейчас буду чистить лук и обжаривать. Все, что осталось от вчерашних наших шашлычков. Два кусочка. Сережка возил своим. А кабачки мы все съели. Так что даже очень даже хорошие получились. Еще два чебурека у нас. Сейчас, может, позавтракают они мои этими остатками. Вот так. А это надо выкинуть лучок маринованный. Поэтому я хотела сказать про кабачки. Кабачки хорошие. Можно готовить. Ну, это не нам дано. Так, тесто вот мое вижу. Вижу, показываю вам. А тут картошка. Сейчас начну все это разделывать по-быстрому. И будем печь пирожки в дорожку. Вот так едят консервацию. Ага, прям есть. Ну а что, я кому там все это накрутила? Баночка огурцов, две банки через помидор. Через 2 месяца приеду. Ага, надеюсь, что через 2 месяца приедешь. Ну, у меня тут пирожки идут во всю ходу. Шуршу с пирожками. Сейчас буду уже их разделывать. Берите все. Нет, не берут. Я закончила. Кастрюля моя тоже пустая. Прям впритык все ушло. И вот наши пирожки. Семейные. Семейные называются. А! Вот такой здоровый. Не стала мелочиться. Нате вам. Съел пирожок и сытый. Вот так вот. Сегодня больших напекли. Моя помощница, конечно, не обрезала себя пальчики, ничего. Не обрезала. Не так травма. Травма он. Жарились не чебуреки, вот обрезала, болит теперь рука. Ну, ничего, заживет. Вот, сейчас все, быстренько мы управились с ними. Еще раз покажу. Такие вот вкусные, аппетитные, хрустящие корочка. Ну, здоровые! Больше, чем моя голова. Большому куску и рот рад. Еще бери, еще бери. Затаривает. Нет. Хватит, говорит нам. Ну, хватит, хватит. Сумки выносятся, все, уезжают. Уезжают мои детки, уезжают на свои хлеба. Погостили немножко. Спасибо им, помогли. На хлеба. На хлеба свои тут. А чеснок? А чеснок не взяла. Бери чеснок. Ну, видишь, еще не все. Там Женька закладывает все в багажник, сортирует куда что. Тут вот, наверное, банки остались. Сейчас это тоже все упакуют. И аусвайс до дома, до своего. Верхний у нас на семена. А это вот наш чеснок. Тут даже еще такой пойдет на посадку. Неплохой чеснок. Вроде кажется, что маленький. Он хороший. Приеду на трое в холодильник. На трое в холодильник, да? Ну и все. И будет себе лежать. Помельче, помельче бери. Хватает крупный. Хватает крупный. А этот посажу. Такой вот я его специально отложила. Зубочки такие хорошие. Крупные. Он сам фиолетовый. Этот шторка висит красная. Она отсвечивает. Посадим такой. Ну все, моя золотая, давай, чмокнемся. Жду тебя еще. Жду еще. Приезжайте. Пойду еще Женьку, попрощаюсь с ним. Не так хочу. Что это не все. Не хочешь ехать? Ну, надеюсь, что скоро. Может, домой. Пилку забыла. Кого? Пилку. Пилку забыл, ногти пилить. Эх, беда какая. Я думала, мне останется. А ты есть две. Ага. Все, выезжают.
Ну давай, детка моя. Не скучай, мы скоро приедем. Ага, надеюсь, скоро приедут. Все, провожаю своих деток. Все, с Богом. Говорит, адью. Я скоро буду зарезать. Адью. Пока. Осторожно ехайте. Ну все, с Богом. Все, попылили.